Последний школьный звонок прозвенел для 44 учеников школы поселка совхоза имени Ленина. При соблюдении всех санитарных требований во дворе учебного заведения состоялось праздничное мероприятие. Хочу поздравить ребят с этим праздником, пожелать им успехов в предстоящих экзаменах. Наверное, поблагодарить прежде всего их родителей, учителей и друзей, которые всегда были рядом с ними. Родители выпускников вспоминают, как 11 лет назад за руку приводили своих детей в первый класс, а сегодня ребята уже вступают во взрослую жизнь. Время пролетело, как один день. Дети, конечно, рады, но потом они поймут, что это время никогда не вернется, и будут вспоминать школьные года с доброй улыбкой. Этот день волнителен не только для выпускников и их родителей, но и для учителей образовательного учреждения. Вместе с ребятами они прошли этот тернистый путь. Для педагогов ученики стали второй семьей. Очень грустно, волнительно и трепетно. Как же сложится их судьба, что их ждет в будущем. Поэтому будем держать с ними связь и радоваться за все их успехи. А планы на будущее выпускников грандиозные. Молодежь совхоза имени Ленина показывает хорошие результаты школьного обучения. Многие ребята стремятся попасть в ведущие вузы страны. Лично я хочу поступить в 3-й медицинский университет на стоматолога, отучиться, открыть клинику. В школе совхоза имени Ленина 3 претендента на золотые медали. Жители поселка держат за ребят кулачки, чтобы те успешно сдали экзамены и дальше благополучно пошли по дороге жизни. Что можно пожелать ребенку, который выпускается в 11 классе? Пожелать ему чаще улыбаться, войти в этот мир с хорошим настроением и позитивными эмоциями. В завершении праздничного мероприятия на долгую память вчерашние школьники высадили во дворе учебного учреждения саженцы деревьев. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ.